Уважаемый главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, к вам обращаются мобилизованные военнослужащие 96-го полка. Все мы были призваны по мобилизации с Республики Удмуртия. Мы находимся в зоне специальной военной операции с декабря месяца. По прибытию на место дислокации командование полка и батальонов не обеспечивают нас должным образом, а именно не выполняют ваш указ о предоставлении военнослужащим отпусков не менее одного раза в полгода. Большинство военнослужащих находится 10 месяцев без отпусков. Выплаты заработной платы не менее 194 тысяч рублей не выполняются. Обеспечение водой производится один раз в месяц. Вода выдается из расчетов 1 5-литровая бутылка на человека на 10 дней. Пищевое обслуживание не выдается. Вышестоящее командование, а именно командование группировки «Днепр», заставляет покупать обмундирование за свой счет. Материалы на обустройство блиндажей и окопов не поступают, либо поступают в минимальном количестве. Техникой полк не обеспечен, а именно на одну роту один Урал. Посылки от родственников либо не доходят, либо скрываются. Главу республики ввели в заблуждение по поводу отпусков и нашего обеспечения. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, наши деды освобождали эту землю от нацизма. Многие из нас пришли по зову сердца, чтобы продолжить путь наших дедов. По отношению к командованию группировки «Днепр» и 96-го полка мешает выполнять долг качественно. С уважением к вам, военнослужащие 96-го полка. Данное видео было снято с моральной усталостью в зоне специальной военной операции без отпусков. Довольствие нам доставляется в полном объеме, поэтому командованию претензий нет.